Широкие лиманы, зеленые как штаны, качается шалан, да на рейде голубом. В красавице Одессе мальчишка голоштанный с ребячих лет считался заправским моряком. И если горькая обида мальчишку станет донимать, мальчишка не покажет вида, а коль покажет, скажет ему мать: ты ж одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Ты ж одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Браво! Браво, Николай! Браво! Привет, Николаевич. Привет, привет. С чем пожаловали? Товарищ Родион Николаевич, на этот раз не гравюрки, а настоящие картины. Масло. Где они? В машине, в багажнике. Смотреть будешь? Посмотрю на всякий случай. Следующую. Ну, еще что? Угу. И сколько вы за них хотите? За первые две по 200. А за эту, ну, Николаевич, 500, не меньше. Откуда они? В прошлый раз ты вроде не очень интересовался. Ну, на этот раз я не могу поверить, что ты нашел эти картины на чердаке. Откуда они? Ну, слово, Родион Николаевич, они не ворованные. О, это ты так говоришь. Слышь ты, он тебе слово дал, фраер. Огонь-то из ноздрей убери, Горыныч Хренов. Че ты сказал? Погоди, путь ихни, Алик, путь ихни. Последняя цена, Николаевич. Хорошо, за первые две по 150, а за охоту 400. Просишь 700 баксов, получаешь 600. Тыщами пахнет. Допустим, ты его не убивал. Но кто же его убил в тот вечер?